Друзья, всем привет! Предлагаю сегодня провести один день с нами. Вот мы с Маркусом встали, позавтракали и идем купаться в бассейне. Так что сегодня будем делать все вместе. Что, сыночек? Идем. Давай, давай, иди. И сейчас идем вниз. Опа, ничего страшного. Идем купаться. Будущий герой нашего фильма. Я поехал на пляж, поехал и обратно. Почему? Так жарко, пойдем в бассейн. А мы тоже в бассейн идем. Правильно, пошли. Фигом. Да? One, two, three, go! Ну давай, еще один разочек, давай. Вот, молодец! Вот мы пришли в магазин Шок. Сейчас купим надувные подушечки для Маркуса. А то Маркус не может в море плавать. Вот такие мы подушечки купили. Сегодня пойдем на море. Море готовы. Сейчас на улице 40 градусов жары. 2 часа дня. Сейчас самые жаркие дни. Пойдем в наше кафе любимое, попьем чайку с вкусняшками. Идем домой, вернее, идем еще мыться, потом еще на площадке, еще целая программа у нас. Мама, вот там вот душ, сейчас пойдем помоемся, переоденемся. Мама. Маркус, расскажи, что ты плачешь? Маркус хочет девочек согнать. О, Маркус, ты хочешь девочек согнать? Подожди. Сынок, сейчас будет твоя очередь. Подожди. Они тоже хотят кататься. Покажи, как ты плачешь. Покажи все. Сейчас купим мороженое. Сейчас. Пойдем. А? Давайте мы возьмем. Yes. Это обычное, вот это, да? Ванильное? Ванилья. Ванилья. Окей, давайте. Маркус, вау, look.
Маркус получил свою дозу мороженого на сегодня. Ребенок счастлив. Ням-ням! Дай мне мороженое, дай! Сейчас ждем свой автобус. Стоим на автобусной остановке и едем домой.